Всем привет, с вами канал Life Таро Надежда. Сегодня посмотрим решение. Какое решение принял ваш загадный мужчина? Что он хочет от вас и что решил? Смотреть буду на оракуле полной луны. Давно я с этим оракулом не работала. Это подарок моей подписчице, за что ей огромное-огромное спасибо. Когда беру в руки этот оракул, всегда с теплом вспоминаю, что это был щедрый подарок. Спасибо вам, моя хорошая, за это. И давайте будем смотреть, что сейчас ваше отношение к сигнификации, чтобы вы смогли понять ваш расклад или нет. И дальше будем смотреть нашу главную тему, наши главные вопросы. Что сейчас? Бег по кругу, несмотря на то, что кольцо хорошая карта. Но часто-часто по опыту она показывает, что здесь запутались два человека, что они по каким-то одним сценариям живут в этих отношениях, что это замкнутый круг, ни к чему прийти не получается. Хотя карты говорят, здесь есть выход. И, кстати, выход здесь может предложить женщина. То есть для нее больше, чем для мужчин, очевидно, что можно сделать с этими отношениями, какое принять решение, даже если отношения очень сложные. Женщина здесь более, так знаете, хорошо понимает всю суть происходящего, и она могла бы действительно здесь предложить какой-то неплохой вариант. Ну, вытаскиваю, а что по этому поводу думает мужчина? Но, девочки, ваш вариант для мужчины получается слишком затратный. Либо много нужно будет работать ему, что-то делать, вкладываться, да, много действий. Либо это действительно для него граничит с какими-то серьезными тратами или потерями. Или здесь мужчина просто хотел бы оставить все как есть. И эта замкнутость, в которой вы находитесь, по большому счету, действительно, если мы смотрим на партнера, то он, наверное, и готов бы в этом кругу, по этому кругу бегать и ничего не решать. Потому что как только он сталкивается с мыслью о решении, вот они сразу расходы, вот они сразу потери. Может быть, ему приходится отказываться от какой-то должности, может быть, переезжать, может быть, с кем-то расставаться, делить имущество. Здесь по-разному же может быть. Принимая решение, мы в любом случае от чего-то отказываемся, особенно если это выбор. Ну, вот и поэтому у вас есть решение и хорошее решение, а мужчина, конечно, смотрит на то, что вы могли бы предложить, и у него просто глаза на лоб лезут, понимая, какие затраты он понесет со своей стороны. Но пока здесь мужчина в тупике. Давайте посмотрим его мысли сейчас по поводу ваших с ним отношений. Ну, кстати, очень близкий ему человек. Он в целом может сказать, ты моя родная, дорогая женщина, ты моя семья, ты очень близкий мне человек. Он всегда будет помнить вашу дату рождения, я думаю, будет помнить даже у вашего знакомства какие-то важные периоды в вашей жизни. Они для него абсолютно не пустой звук. И, кстати, в целом, вот кто вы для него? Личность, женщина, которая ассоциируется с очень приятными событиями. Карта радуги, да, такое вот какое-то нереальное явление, здесь чувство, да, несмотря на то, что мы смотрим мысленно, вот опять же, да, он думает и он считает, что он вас любит горячей большой любовью, и вы не просто так вошли в его жизнь, и не просто так вы поселились в его сердце, вы мало того, что там находитесь, так вы еще и определенное уже место там занимаете, очень важное и очень серьезное место. Но только видите, здесь мужчина в шоке от происходящего, и девочки, здесь действительно он в шоке от вас. Он не совсем понимает, как вы, зная всю ситуацию, как вы, видя то, что происходит между вами, и реально предполагая, с какими трудностями ему придется столкнуться, вы на это не обращаете внимания. То есть в шоке от того, что вы не хотите войти в его положение и не хотите, я бы сказала, пожалеть, наверное, его, да, дать ему, может, время какое-то, отсрочку, может быть, в принципе, отказаться от своих планов, от своего решения. Вот, ну вот, я тебя люблю, да, но я вообще в шоке от того, как ты поменялась. Здесь об изменениях карта говорит, да, вот некая сущность, да, суть
она выходит на поверхность. То есть вы изменились в любом случае с того момента, как мужчина посчитал, что все он вас знает, какая вы, на что вы способны, что от вас можно ждать. Ну, вы, девочки, оказались, конечно, дамой загадкой, дамой сюрпризом. И как он сейчас понимает, он вас, в принципе, по-хорошему, наверное, никогда и не знал как человека. Такой вот сюрприз, но для него это сюрприз довольно-таки неприятным оказался. Резким, конкретным. Как будто, знаете, вы раз и продемонстрировали совсем другую сторону своей собственной личности. Ну, видимо, всегда поворачивались к нему удобным боком, а тут, наконец-то, и о своих желаниях вспомнили, о своих перспективах заговорили. Про себя вспомнили. Здесь женщина не захотела терять свою самооценку, а наоборот, здесь как будто бы ставка на повышение. Вот, и, конечно, эта ставка на повышение, она от мужчины зависит. Либо ты делаешь, да, там определяешься, у всех здесь будут по-разному, ну, либо я вижу от тебя какой-то шаг, и я понимаю, что да, я для тебя важный человек, и ты готов ради меня что-то сделать, либо если нет, то, наверное, нет. Здесь женщина сейчас очень категорична в отношениях. Но, опять же, несмотря на все, и то, как вы поменялись, и то, что ему придется, видимо, заново вас узнавать, не отменяет того, что чувства у вашего мужчины по отношению к вам здесь до сих пор еще сохранились, безусловно. Хорошо, давайте посмотрим его решение. Что он хочет от вас, что он решил, его решение. Причем решение здесь такое зреющее. И решение, девочки, для него пришло совсем неожиданно. Он думал, а тут резко раз, то ли, может быть, кто-то подсказал, то ли сам догадался. Ну, как будто бы вот, ну, здесь удача, неожиданность, как некий такой подарок судьбы, на который он даже и рассчитывать не мог. Да, вот полное понимание, что ему с вами сейчас делать. Все складывается для него так вот очень ясно и понятно. Так, ну и что? Ну, во-первых, здесь мужчина будет действовать не в одиночку. Ему нужна будет группа поддержки. Возможно, эта группа поддержки уже у него существует. Может быть, там, я не знаю, там сочувствующие родственники, там переживающие друзья. Абсолютно здесь не имеет значения. Но ему нужна вот такая вот армия рядом с ним стоящих людей, которые помогут ему повлиять на ваше мнение, повлиять на ваше решение. Да, это могут быть и ваши друзья, например, ваши личные, да, там будет подключать каких-то ваших знакомых, родственников, ваших подруг. Также это могут быть люди с его стороны, и может быть так, что вы этих людей совсем не знаете. И мужчина реально понимает, что в вашу сторону он однозначно будет действовать. Но, девочки, здесь берегитесь, потому что мужчина сейчас настроен абсолютно четко, конкретно и решительно. Карта сила. Опять же, здесь может быть мягкая сила, нежная сила. Но если вы не захотите, то терпение лопнет. И мужчина здесь будет проявлять грубую такую животную силу. И будете, ну так вот, почему-то, знаете, так рисуется в голове, что будете сопротивляться. Вот кому вас усмирить, там связать, скрутить, вот здесь вот точно будет. Потому что будут люди, которые дополнительно вам будут транслировать его идеи, его мысли, и вы будете видеть, что у вас есть свое мнение, а его так точно поддерживает большинство. Здесь, конечно, такая вот методика манипулятивная для того, чтобы склонить, да, вас примкнуть к мнению большинству. Но, тем не менее, здесь, ну, как никогда, настрой очень-очень серьезный, да. Не захочешь по-хорошему, здесь мужчина говорит, значит, будет по-плохому. И, ну, по-плохому будет давить на вас. Я не вижу здесь каких-то таких, знаете, вот негативных проявлений, что вам здесь стоит переживать за свое здоровье. Но мужчина будет действовать как-то массово, потому что карта сада – это всегда общество, это всегда что-то такое масштабное. Здесь не какое-то конкретное там узконаправленное предложение. Нет, здесь будет вот буквально как будто, вы знаете, вот целый сценарий того, что дальше он хочет видеть в отношениях с вами, что у вас дальше будет. И причем вот, да, вот такая вот толстенная
рукопись, которую он вам может, ну, просто здесь, пусть это не в виде листов исписанных, а здесь мужчина вполне вам подробненько будет описывать. И причем здесь описывать вплоть до того, что до каких-то подробностей. Сейчас мне просто очень интересно, а зачем ему это все надо? Ну, вот видите, здесь князь, здесь княгиня. Ну, безусловно, да, вот то, что ваш статус родная, близкая, дорогая, это никуда не девается. И такая женщина, она не может быть им отпущена. Эта женщина должна быть со мной, да, это моя княгиня, там, это моя женщина, там, это моя жена, там, или моя будущая жена. Вот. Похоже, вы действительно здесь кому-то нравитесь, потому что, ну, если бы люди были бы против, никто бы вместе с ним здесь не пошел бы в качестве поддержки. Вот, и ему удалось уговорить, поддержать меня. Конечно, здесь, да, мои хорошие, здесь в исключительных случаях может быть такое, что мужчина придумает легенду, а люди подтвердят. Но здесь, понимаете, здесь ложь во благо, конечно, в его целях, в личных, собственно, для того, чтобы вы никуда не делись. Но я здесь не могу 100% для каждой из вас утверждать, что здесь мужчина наконец-то перестал врать, у тех, у кого врал, там он изменился, он готов все по-серьезному. Здесь просто говорится о том, чтобы снова взять вас в оборот, снова быть с вами в отношении и положить на это довольно-таки много сил. И он сил не пожалеет, и причем, видите, здесь будет еще человеческий ресурс задействован, то есть не один он. Потому что если эту ситуацию запустить, дальше. Похоже, видите, я говорю, здесь мужчина находит свой собственный выход из ситуации. И не то решение, которое вы ему предлагали или вы хотели бы увидеть. Да, вот как-то, ну, пытаясь обойти вас. Но, девочки, в любом случае, даже если вы будете не согласны, он все равно будет пытаться быть очень близко с вами. Потому что если он вас отпускает на какое-то расстояние от себя, потом будет вернуть вас гораздо-гораздо проблематичнее. Он в полной мере осознает, и делать такую ошибку он не собирается. Может быть, кстати, его здесь тоже надоумили, да, что действуй, давай, там мы тебе там поможем, надо, обращайся и там поддержим, подтвердим, там алиби, любое, да, пожалуйста, потому что, ну, потом будет поздно. А мы периодически видим в раскладах вот это вот состояние поздно. А у мужчины кармический урок, и здесь не то, что люди, да, там сам себе в голове там напридумывал. Вот не зря здесь показано, да, такое вот решение как будто бы пришло как дар свыше, как подарок, да, я говорила, потому что там карта клевер, но потому что здесь высшие силы его толкают. У него по-другому и не получится. В любом случае его вынудят для того, чтобы он сделал шаг по отношению к вам. И да, конечно, здесь, если он сам до этого не догадывается, то, конечно, будут посылать ему других людей, которые ему нужные мысли внушат. Вот и, соответственно, и понимание, что потом будет уже поздно, будет слишком поздно, и очень сложно вас вернуть, что вас нужно возвращать, и вас нужно держать максимально близко к себе, обещать все, что угодно, главное, чтобы вы согласились быть с ним. Так что, девочки, готовьтесь к некой такой атаке, может быть, психологическая атака, может быть, здесь физическая, это звонки, это сообщение, это его личное присутствие. Также здесь другие люди, вы можете вдруг обнаружить, что к вам, допустим, на страницу в соцсети вот просто какое-то паломничество началось. Этому тоже не удивляйтесь, потому что, ну, все идет по определенному заданному сценарию, и все проявления тех людей, которые будут задействованы, вы в любом случае о них узнаете, поймете, догадаетесь, либо они сами себя обнаружат. Так что, девочки, вот такая у нас ситуация. Ждем, хочется сказать, наблюдаем. И как только все это начинает происходить, пожалуйста, пишите мне в комментариях, потому что мне очень интересно, как дальше начинают разворачиваться расклады и как они начинают себя проявлять. Кстати, здесь в правом нижнем углу будет его признание, его важные слова, его откровенные слова именно для вас. Кто еще не посмотрел, я очень рекомендую, почитайте комментарии, там порой тоже до слез комментарии, но это все в другом видео, поэтому нажимайте и сможете перейти. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, не забывайте поставить лайк данному видео, а мы с вами встретимся уже скоро. Пока-пока.